Второй раз за всю свою жизнь. Первый раз я был 5 лет назад. Играл концерт, не помню уже даже где, в каком-то небольшом клубе. И вот пригласили меня на фестиваль. Но раз уж у нас с вами такое, в общем-то, знакомство, то буду я тогда вас знакомить с городом, в котором я родился, который я люблю. Это, конечно, это мой любимый город. Называется он Нижний Новгород. И если можно, я сразу попрошу звукорежиссера, чтобы он немножечко дал мне холла и на голос, и на гитару. Но гитары, кстати, я пока не слышу. Может быть, другой провод попробовать? Да? В моем дворе растаял снег, и я увидел землю. Но память млечна и легка, как мой иконостас. Мне 10, яблоки лежат. Интересуюсь, съем ли? И понимаю, что не съем, ведь яблок целый таз. Мне 10 лет, я все люблю, но яблоки сильнее. Про эти я могу сказать, их хватит на 2 дня. Но знаю, что пройдет зима, земля зазеленеет, и будут новые плоды для грешного меня. Я весь щенячий, заводной, я неплохой мальчишка, и эти яблоки люблю, как принца Турандот. Я ими город накормлю, а маму даже слишком, и папу, если он еще когда-нибудь придет. Такая стоит пора, в небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера, кажется, будто пару часов назад. Издалека пароходный вой гаснет, светило над головой. Ветер играет сырой листвой, пылью дорожной мои полны глаза. Пристань, река посреди камней, мы ловим свое отражение в ней. С виду мы стали чуть-чуть умней, глубже копнит и дым развеется. Так же красиво горит огонь, теплую стала твоя ладонь. Чайка парит над большой водой. Так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выйду я, и сам себе завидуя, вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Что сказать готов и по поводу, и без повода. Детское эхо в тиши двора, волосы мамы из серебра, женщина из моего ребра. Где добредет с коромыслом поводу, в ночь из дома выйду я, и сам себе завидуя, вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться.
через горы гравия, быть счастливым вправе я, босиком по городу моего детства. Стоит пора, нынче такая стоит пора детства, детства. Спасибо большое. Вода заползла на узор потолочный, размыв очертания древних фигур. За стенкой ругается с женщиной склочный, веселый и пьяный сосед Балагур. Я больше, чем счастлив, я меньше, чем молод. Мне кажется, вечер еще веселей, когда атакует ноябрьский холод снарядами влаги из дыр и щелей. Мое пианино фиаско из клавиш, игра неказиста, мотив нарочит. Но если ты, Боже, меня не оставишь, оно заиграет, оно зазвучит. Оно заиграет, летя и врачуя, сердца обведя гармоничным перстом. Я верю, я даже не верю, я чую. Так будет когда-то потом. Надежда на завтра. Губительный вирус гвоздями рассвета прибьет ко кресту, и время мое, как рубашка на вырост, износится раньше, чем я дорасту. Иглой патефонный изорван, исколот, зажеван, как пленка старинных кассет. Я меньше, чем счастлив, я больше, чем молод. Играю все так же, но пью, как сосед. Муж моей жены возвращается утром, крадется как вор, громыхает кастрюлями, проливает компот на ковер. Он не рубит в политике и не очень хороший актер. Зато он так любит поддерживать твой разговор. Муж моей жены по-ребячьи наивен, упрям, как осел, и бывает заносчив, как в Америке русский посол. Но зато он уверен, что вреден в любви разносол. А еще он звезда близлежащих районов и сел. И когда у нее внутри все порваны нити, все движения скованы, все связки напряжены. Вы же добрые люди, вы же сразу звоните мужу моей жены, мужу моей жены. Муж моей жены возвращается утром, крадется на двор, громыхает кастрюлями, проливает компот на ковер. Но зато он так любит, зато он так любит тебя. И когда у нее внутри все порваны нити, все движения скованы, все связки напряжены. Вы же добрые люди,
же сразу звоните мужу моей жены. Спасибо Павлу, особенно за мужа моей жены. А выступление завтра Петра Пиковского состоит... Представляете, да? Петра Фахрутдинова выступление завтра в 17:40 или 20. Неважно, приходите. Приходите в 17:40, не ошибетесь. Спасибо.